В настоящее время камеры работают в тестовом режиме на 7 домах 1, 2 и 3 микрорайонов. Данная мера должна улучшить безопасность десногорцев. Вся информация с них будет оперативно поступать в правоохранительные органы и диспетчерские пункты ГО и ЧС. Сегодня пока все системы видеонаблюдения пользуются управляющая компания и органы правопорядка. Все это сегодня формирует общую систему. Мы движемся в общем тренде вместе с администрацией города, с органами внутренних дел по созданию единой большой глобальной системы «Безопасный город» в городе Десногорске. Установка видеокамер уже поспособствовала раскрытию ряда преступлений. Это поджоги машин и хищение велосипедов. Все происходящее можно отслеживать не только в режиме онлайн, но и в записи. Видеоматериалы хранятся на сервере 2 недели. Основные затраты на приобретение и монтаж оборудования взяла на себя управляющая компания. Однако предполагается, что и жильцы многоэтажек также должны внести свой вклад в организацию системы видеонаблюдения. Там, где жители захотят иметь возможность пользоваться этой системой, наблюдать самостоятельно за придомовой территорией, за расположением там припаркованных машин, за тем, что происходит, и самостоятельно ее оперировать. Там, где собственники примут такое решение на общих собраниях, там, конечно, эта система будет установлена, включена в платежи и предоставлен доступ собственникам. Стоит это совсем недорого по разным нашим расчетам, то есть там от 30 до 50 рублей с квартиры. Такая примерно небольшая цена в месяц. Программа «Безопасный город» десногорцам понравилась. Сейчас время такое неспокойное. Могут сумку поставить, а что в сумке, тоже вопрос. Поэтому я считаю очень даже положительно, что стоит и видеонаблюдение, и вот сейчас кодовые замки стоят. Камеры установили, чтобы не ломали двери, не вытаскивали их, потому что их ломают часто. Молодежь собирается, откручивает, выкручивает, ломают вот это. А это хоть видно будет, может, поймают, кто это делает, безобразничает. Если собственники остальных домов проявят инициативу, то системы видеонаблюдения будут установлены и у них.